Вот здесь только остались царапины, вмятину ребята на СТО вытянули, то есть вот эта вогнутость. Машину Валентины ударили несколько дней назад. Виновник с места ДТП скрылся. Основные повреждения в мастерской уже устранили. Осталось покрасить крыло и бампер, но компенсировать расходы пока некому. Водитель Nissan Qashqai стукнулся в мой автомобиль, по касательной протянул, он даже не сделал попытки остановиться и продолжал ехать дальше, царапая мой автомобиль. Ну, свидетели были, которые пытались его остановить. Я выскочила из машины, сделала несколько фотографий его автомобиля, также уехала бы, скрылся с места ДТП, например, если бы это было, он ударил человека, сбил там, или ребенка сбил, переходящего дорогу. С начала года в Донецке с места ДТП скрылись 17 водителей. 16 из них инспекторы ГАИ уже разыскали. Проведенными разыскными мероприятиями 90% данных происшествий работниками ГАИ раскрывается. Скрываясь с места ДТП, виновники надеются остаться безнаказанными, но в результате только усугубляют свое положение, говорит Александр Никитин. Как показывает практика, при любых ДТП находятся и свидетели, находятся показатели с видеорегистраторов автомобилей, которые ехали, двигались через данное место происшествия. Возможно, это работники такси, которые двигаются не только днем, а и ночью оказывают услугу. Если нарушитель покинул место происшествия и оставил пострадавшего в опасности, это расценивается как отягчающее обстоятельство, за что предусмотрена дополнительная ответственность. Ольга Шилкина, Дарья Захарова, Олег Литвинчук. Панорама.